Всем привет! Сегодня мы познакомимся с работами литографа Нью-Йорка Гетри Шилле. Он родился в Германии в 1829 году, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1851. В бизнес-справочнике Нью-Йорка за 1873 год гласит: Гетри Шилле – литограф и издатель всех видов эстампов. Зеркала, оправы, стальные гравюры – и хромосомы. Обрамление выполнено на заказ. Я цитирую переводную Википедию, данных очень мало. Композиции, рисунки, литографии, гравюры Шилле, несомненно, американские по духу, потому что они так ярко представляют правильный котел, так перевел переводчик, из которого они произошли и для которого были созданы. Большинство отпечатков Шилле выполнено на плотной черной бумаге. От самой тонкой до самой толстой. Окраска у многих настолько грубая, что не поддается описанию. Но в этих литографиях есть настоящий дух. Вот такие работы Генри Джерома Шилле, литографа из Нью-Йорка. Все, всем пока, всем привет, смотрим работы, до свидания, всего хорошего.